Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Сёгун, 3 звезды. Забираем с тобой наши награды. Так, и быстренько, наверное, пробежимся по заданиям. Так, ну, во-первых, Донателло Космос. Где-то у нас эти приманки для маузеров. Две штуки надо найти. Всего две штучки. Ну, так, и последнюю. Давай, не подведи. Ай-яй-яй. Ну, началось. О, все, нашли, наконец-то. Так, здесь, значит, разобрались. Остается ноутбук Донни. А с ним, наверное, тоже придется немножко попыхтеть. Хотя он обычный, если судить по рамке. Ну, как обычный? Среднее звено. Если золотое, это как бы высшее, да? То такая серебряная рамочка, это такая средняя частота поисков. Ну, я что-то не вижу никакого ноутбука. Я вижу только кольцо крутости, которое в золотой рамочке и вылетает намного чаще, чем этот ноутбук Донни. По-моему, все, мы с тобой завершили уже задание. Давай заберем награды. Так, так, поднять уровень персонажа. Сколько у нас, во-первых, мутагена? Надо посмотреть. А мутагена у нас 22 тысячи. Поэтому, где у нас? А на Бакстер, наверное, не хватит. Конечно, не хватит, тут 29 надо. Ну, тогда прокачаем кого-нибудь из слабеньких. Это будет Ксевер Монтес. Я даже два уровня подниму, чтобы было у него 55 уровень. Вот таким вот образом. Забираем с тобой награды. Открыть колоду и пройти серию испытаний. Ну, серию испытаний, естественно, пройдем сейчас с тобой моментально. Я бы сказал, на одном дыхании. На улице дождливая погода. Кстати, не только в игре, у меня за окном тоже, друзья мои, уже, наверное, неделю идут дожди, ливни. Ну, как говорится, осенняя погодочка. Но не стоит расстраиваться. Скоро выпадет снег, будет зима. Я знаю, что многие детишки любят зиму, в отличие от взрослых людей. Ну что, давай бежим дальше с тобой и завершим, так сказать, последнюю вот эту вот волну. Давай, Усаги, рубани их, так уж и быть. Прогнись. Покажи свою ярость. Да, не показал. Ну, давай тогда так добьем. Этого можно было бы, в принципе, не трогать. Там постепенный урон. Так, и... Да, ё-моё, добил все-таки. И давай вот этого саблезуба. Все. Этот упал. И здесь мы тоже с тобой добили. Поэтому двигаемся дальше. Так, это у нас серия испытаний была, да? Так, точно. Забираем здесь награды. И открыть колоду бесплатно. Вот она. Сейчас мы, кстати, с тобой посмотрим, где мы находимся именно в лиге. Как нас низко сбросили. В бой. Арена. Так, друзья мои, нас скинули до лиги Сёгунов 1 звезда. Как тебе такой расклад? Я думаю, что это слишком борзо. Так, ну здесь у нас полтиннички. Давай попробуем, наверное, своими силами. Я буду делать немножечко, конечно, по-хитрому. Блин, это опасно их брать. Хотя, ладно, давай. Я рискую, ребят, я рискую. Взяв такую команду, 45 уровни. Тут нам нужно что сделать? Ну, желательно бы морозильную кошку бомбануть. В первую очередь. Так, Мондогека почти, ребята, отдуплился. Так, а это у нас что? А, все, я вспомнил. Но мы сделаем вначале вот так. Массовая атака. И офигеть. Трындец, ребята, а ты заметил, что на них висит уклоняшка? Кто ее повесил? Он еще и ускоряет. Так, Донни, ты мне здесь очень-очень срочно нужен. Давай, бери провокацию. Блин, как тут быть-то, я даже не знаю. У них еще, видишь, постепенный урон. Ой, постепенный урон, контратака. Ну, давай попробуем сюда, наверное, вмазать. Донни, держись, родной. Я знаю, что у нас есть хиллер, поэтому особо сильно не переживаю. Но все равно неприятно, когда вот такой идет разгром. Это у нас что, если... Ага. Это у нас очищение идет. Ну куда ты бежишь, а?
Друзья мои, надо лечить. Блин, Морозин. У них... А, все, уклонения у них нету, но все равно, ребята. Блин, вот я попал. Сколько раз зарекался не брать равных по уровню. А тут еще и слабее мы. Понимаешь, в чем дело? Ну давай, еще и массовую атаку вруби. Я ушатаю эту морозильную кошку сегодня или нет? Я с ней даже не могу справиться, ребята. О чем говорить вообще дальше? Вон, Донател уже практически уничтожен. Ну, это у нас лечение или нет? Лечение, да? Какое-то непонятное. Сейчас мы наиграемся, по-моему. Так, здесь нам надо, наверное, вот так вот сделать. Раз. Из бластера бомбани, пожалуйста, по нему. Фигово, слабо мы атакуем, ребят. Ну-ка, если я кувалду, например, метну. Все равно не добили. Да чтоб тебе, да... Это только одного, ребята, мы уничтожили. Только одного, этого трогать вообще не могу. Потому что у него контратака, понимаешь? Все, контратака у него исчезла. Ну-ка попробуем валуном. Оу, нифига валунчик, ребята. Так, успеем, Рафики? Ну, ты издеваешься, что ли? Есть! Фу, да, друзья мои, ну вы сейчас только что сами видели, что это за трэш такой был. Я еле-еле разобрал эту команду. Еле-еле, да, с такой натяжкой, что... Нет, нет, хватит, я умываю руки. Все, зарекался уже не брать, как говорится, равных. И больше не будем. Будем брать с собой, естественно, одного какого-нибудь сильного топчика, да? Ну и, как обычно, по стандарту. Опять же, ребята, опять же, на Джастина надеяться. Это, значит, самый последний вариант, если честно. Поэтому я возьму сюда еще... Ну, вот так вот, Донателло Космос. Это чисто подстраховка. И всегда надо брать, если ты не уверен в своей команде, хотя бы одного хила. Это по-любому, ребят, чтобы перестраховаться. Ну, если ты вдруг решил... Не брать с собой топового персонажа. Тогда хотя бы хила и провокатора желательно. Вот этого Донателло нужно как можно быстрее шварнуть, потому что... Ага. Ну, ты понял, да, почему? Иначе бы он применил отхил, и нам бы пришлось опять все заново здесь разбирать. Ну, а так все великолепно. Двигаемся дальше. Сегодня мы должны хотя бы вернуть свои позиции, которые были до этого. А может быть даже перейти в Лигу Мастеров, как получится. Так, а вы дадите мне 15-21, нет? Скорее всего, не дадут. Ладно, фиг с вами. Так, Шреддер, погнали. Я опять, друзья, забыл посмотреть видосики, рекламу перед игрой, чтобы получить свои 10 законных откатов. Главное, не забудьте это сделать после игры. А то обычно я снимаю, закрываю игру, а потом вспоминаю, когда уже только начинается следующая серия. Ну, тут понятно, да? Против Шреддера не попрешь. Он сделал свой козырный удар, естественно, всех разбомбил. По-моему, сегодня тоже, ребят, какой-то у нас такой мини-бустик идет. Я смотрю, очень быстро мы продвигаемся. Так, Лео, давай иди сюда. Бакстер, ты пока у меня отдохнешь. Ага, подожди-ка. А, ну да, все правильно. Что-то у меня, ребята, голос вроде бы как осел, хрип. Фиг знает, вчера Far Cry 6 играл. Сколько там, я не помню, наверное, часов 5. Наяривал, игруха меня затянула, если честно. Ну, кому интересно, ребят, можете на втором канале зайти и посмотреть мое прохождение. Так, ну что, идеальная победа. Двигаемся с тобой далее. Так, 49-я позиция, я думаю, что это очень круто. Кстати, 116 монет. Давай-ка мы с тобой быстренько потратим, пока я не забыл. Шреддер. Вот так, ну что, ровно половина ДНК мы с тобой насобирали. По жетону у нас все очень плохо. Погнали. Жалко, конечно, ну для меня, по крайней мере, что на турнирке разыгрывается именно Паукус, так как он у меня полностью прокачан. Но для кого-то из вас, дорогие подписчики, он очень даже в тему, потому что я уверен, что у многих его нету. И многие захотят его получить. Но я именно говорю про тех игроков, которые играют честно. Те, которые на взломках, там не обсуждается. Там уже у них все персонажи, плюс они прокачаны все по скиллам, по
рангу. Там, как говорится, даже обсуждать ничего не охота. Ну что, 24-я позиция, и у нас 16-21. Я нашел. Так, берем Усаги. Бакстер все лезет. Ладно, пускай будет стоять. И давай вот так вот сделаем. Сейчас разорвем. Сейчас разорвем и сегодня допройдем второе событие, да? На котором будет у нас разыгрываться Кунаичи и Шинигами. Добивка. И... Да ладно, Мундагека, да что ж... Слабак ты, конечно. Все, Рафаэль своими саями, как говорится, уничтожил его. Ну и двигаемся дальше. Мне кажется, все-таки сегодня мы в Лигу Мастеров попадем, ну, по-любому. Потому что мы уже в Лиге Сёгунов. 3 звезды, 97-я позиция. Персонажей у нас еще целая тьма. Так что все козыри у нас, как говорится, в рукаве. Ну давай, давай, давай. Раз, два, три. Ну тут расчет идет какой? Зэк. После зэка идет Донни. Ага. Смотри, какая интересная штука, друзья мои. Донателло имеет 80 уровень, да? По идее, я рассчитывал, что после зэка будет Донателло бросать сюрики. Но тут Саблезуб 54 уровня перебил инициативу, представляешь? Так что делай выводы. Так, оглушение. То есть 54 уровень Саблезуба намного круче, чем у Донателло 80-го. Вот такие пироги. Так, ну давай, Лео, жги. Называется поджог, да? Окей, и добивка. Опасно было, ты посмотри, сколько у них здоровья осталось. Хотя, в принципе, уровень практически одинаковый. Рискуем очень сильно мы. Ну что, перемещаемся мы с тобой на 74-ю позицию. И, ну давай, наверное, вот этот отряд я возьму. Верну Супер Шредера. Да, в принципе, его здесь одного будет достаточно, чтобы всех расколбасить. Естественно, его супер клинки. Против них никто не полезет, не попрет. А иначе все, дуплица. Поехали. И, ну, ага. Все-таки Майки выжил. Уж не знаю, как у него это получилось, но чуточку хп у него оставилось. Ну что, двигаемся дальше. Я думаю, где-то 65-я будет, да? 51-й даже. Окей. Я нисколько не возражаю. Теперь берем с тобой вот этих персонажей. Хочу отыграть своими силами. Такое периодически у нас бывает. И, как ты понимаешь, здесь, опять же, нам ничего здесь не угрожает. Майки делает уклонение. Дальше. Давай, наверное, мы попробуем вот так вот сделать. Эйприл. А так. Все. Как понимаешь, хила у них не осталось. Плюс баф от Криса Брэдфорда и базука от Ваньки Стиранку. И опять остается Майки. Ну, это бесполезно, что ты там делаешь. Тыч. И с тычки он падает. Окей. Ну что, давай смотреть, куда мы сейчас переместимся. Я думаю, где-то будет 35-я, наверное, позиция. 33-я. Да, чуть-чуть остается, и мы в Лиге Мастеров. Давай вот этот отряд. Возьму Армагона. Кто-то говорит: Рэй, ну что ты все Супер Шредером, да Супер Шредером. Возьми, типа, поиграй Армагоном. Когда-то недавно я играл Армагоном, говорили: Рэй, что ты играешь Армагоном, возьми Супер Шредера. Вот так вот. Я понимаю, что принаедается одни и те же персонажи. Ну, ребята, я что могу сделать? Если других нету, а те, которые есть, они не прокачаны, поэтому я не могу ими играть. Ну что, идеальная победа. Двигаемся с тобой дальше. 5-я позиция. Мы можем с тобой вообще на какое-то время, если ты желаешь, прекратить играть Черепашки-ниндзя. Сделать, так сказать, перерыв. И все. Вы отдохнете, я отдохну. Поснимаем что-нибудь другое. Так что пиши в комментариях, будем такое делать или нет. Ну что, бомбить? Давай, Армагон,
вперед. Я думаю, одной плюшки будет достаточно. Вот так вот. Мне нравится, как вот эти вот оригиналы исчезают. Они как чернильная клякса по земле. И впитываются в нее. Вот таким образом они исчезают. Ну что, а мы с тобой уже в Лиге Мастеров, окей. Давай попробуем до двух звезд дойти. Лига Мастеров, две звезды, будет круто. Так, Армагоша возвращается. Раз, два, три, четыре. Ну, вот здесь вот, ребята, тоже я взял одного только мощного Армагона. Против нас идут 64 уровня противники. А вот эти вот вторые мои персонажи, да? Они идут намного слабее. И можно попасть. Как мы это можем сделать? Армагон не добивает одного-двух врагов. И они начинают кромсать моих. Вот и все. Такое часто очень бывает. Очень часто. Но здесь я, наверное, возьму вот этих ребятулек. Уже 67 уровень. Так, ну тут надо перестраховываться, 100% тебе говорю. Возьму Карайку. Почему Карайку? Потому что у нее тоже большая очень инициатива. Плюс у нее массовая атака. Как говорится, на добивочку пойдет, если что. Тыдыч. Ну вот видишь, Майки. Уже который второй раз, по-моему, да? Выживает после Армагона. Давай 42-ю. Отлично. Мне дадут 16. Они не хотят. Я думал, что 16-23. Ну, как бы заработал, да? Удостоен, но нифига. Сплинтер, нейтрализатор, змейка Вьюн. И вот так вот сделаем. Опять же, такая есть дилемма. Если, например, мой отряд, два самых, которых, у которых крутая инициатива сходит, но у них из отряда, несмотря на то, что у них уровень там 67-й, 69-й, да? Да ты посмотри, Майки, ты да, запарил. Кто-то перебьет инициативу, они сразу начнут бомбить Майки. Почему? Потому что у него маленький уровень, 55-й. И поверь, они его быстренько ушатают. Об этом тоже не стоит забывать. Ну что, какое у нас тут 20-е место? Ну да, буквально еще поединочек, другой, и мы с тобой уже будем... Так, ну здесь я возьму Супер Шредера, наверное, и Армагона. Двоих. Потому что здесь есть Майки. А Майки такой жук. Либо на отхил, либо на уклонение. В общем, что бы он ни сделал, ничего хорошего не сулит. Ага. Давай добивать. Ну, как-то так. Все прекрасно, все хорошо. Идеально идем, ни одного фейла пока не было. Хотя, такие предпосылки были уже. Опа, мы уже с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды, прикинь. Залетели быстро туда. Ну что, продолжаем тогда уже. Давай я возьму, наверное, Супер Шредера. Так, так. Так и так. У меня 70-ник, я у него чуть-чуть повыше противники, но у меня есть Супер Шредер, который соточка, и который, в принципе, сейчас должен их немножко кромсануть. Чё себе немножко. Почти всех уничтожил, там на соплях держится. Все. Супер Шредер добил. Ой, Супер Шредер обычный, конечно же, обычный. Супер Шредера я не брал. Так, 78-е место. Здесь у нас... Ну, давай вот так вот. Да, мне больше пока там некого брать. Приходится через откаты работать. Ну, тут и персонажи уже осталось раз-два, я обчелся. Ладно, доиграем уже эту арену. Потом пойдем на события. Так, постепенно урон только на двоих висит. Но, в принципе, ракет, я думаю, достаточно будет, чтобы их бомбануть. Покажите, какое местечко мы сейчас займем. Было 78, становится 59. То есть 20 ступеней пролетает, получается, да? Ну что же, это хорошо, это не может не радовать. Откатов у нас всего лишь 6 персонажей. Да, на одну, ребята, битву персонажей осталось. Отлично. В Лигу Мастеров, конечно, мы с тобой в топчик не поднимемся. Ну и так, я считаю, неплохо бустанули. Единственная проблема, как бы тебе сказать, что завтра на работу. На 2 дня, ну, в общем,
2 через 2 у нас получается, да? Даже не так, 2 через сутки, потом 2 через трое. 40-я позиция. Ну и последний поединок. Хоп, хоп. Раз, два, три. Прям, подожди-ка. А почему Шинигами у меня осталось? Как-то немножко неравномерно получилось. А, неужели ради Шинигами нам... Ну давай сделаем, фиг с ним. Все равно мне там рекламу смотреть, 10 откатов получать. А у меня хватит... Подожди-ка. У меня хватит 5 откатов-то будет? Посмотрим. Нет. Ну и фиг с ним, давай попробуем все равно с тобой восстановить справедливость. Берем этот отряд. Так, так. Шинигами, как ты, я не могу понять, не в удел здесь оказался, а? И, друзья мои, тютелька в тютельку, все откаты я потратил. Все, до одного. Ну давай, Усаги, жги. Как ты это умеешь делать? Угу. И добивка. Ну все, ребята, с ареной на сегодня у нас покончено. Идеальная победа. И двигаемся уже на события. Вау. Мы даже успели пробиться с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. Шикарно. Так, в бой, испытания. И это у нас городская война «Тени на солнце». Нам нужно пройти, ну, наверное, полностью, да, или как? Ага. Полностью или как? А у нас тут небольшие проблемки. Ну, во-первых, у нас персонажей не то чтобы супер, да? Сам видишь. Из всей этой команды я могу выделить, наверное, 3. Не, даже 4. Короче, все, кроме Рокзара. Рокзар здесь, ну, как-то вообще. Во-первых, он по уровню слабенький. Хоть и Зек тоже слабенький, но у Зека массовая атака есть, в отличие от Рокзара. И он может блокировать способности. Но у Рокзара зато есть провокация, которая тоже может как бы помочь нашей команде. Но все равно, мне кажется, Зек будет получше. Так, ну что, мы получаем с тобой Карайку. Двигаемся дальше. Уровень будет потихонечку у наших противников расти, там на 10 левов. Так что уже ближе к финалу у нас там получится то ли 80-й, то ли 90-й уровень. То есть надо будет там постараться пройти. Но спринтера можно, в принципе, там и не уничтожать. Нам главное дойти, где Шинигами фармится, и все. Кстати, по-моему, в этом испытании будет босс Крэнк в роботе, да? За обоссанным диваном. По-моему, тут. Уж извините, что грубо говорю про диван, но он действительно такой есть. Ты посмотри на него. Когда будем пробегать, ты посмотри на его цвет и как он выглядит. Хуже не придумаешь. И вот в этом событии мы с собой тратим, конечно же, очень много сыра. Так что пофармить именно... Кто там у нас? Микеланджело Видение, да, по-моему? Не получится. Все сольется вот в это событие. Так, ну что, бронированные тараканы, это все фигня. А, падают с одной плюшки, потому что они 30 уровня. Окей, и последняя волна. Слушай, а может быть это не здесь? Не в этом испытании, я, может быть, что-то путаю. Ну, я имею в виду про босса Крэнга. Все. Идеально прошли. Давай продолжать свой прохождение этого события. Так, морозильную пушку получили. Так, ну что, теперь Микеланджело. И уже после Майки будет у нас Кунаичи. Погнали, раз, ага. Все, уже 40 уровень, и почему-то Зек начинает фейлиться. Я не знаю почему, ребята. Не хватило ему мощей пробить таракана с вертушки. Интересно. Вот, у Ваньки все норм. Опять, нет, Зек слабый в плане ударов, именно физических ударов. Он, кстати, почему-то не выстреливает своим лазером из пальца. Странно, почему. Ну, тыч. Вот, вот, опять же. Какой-то странный этот Зек, если честно.
Если бы я играл над своими силами, естественно, я бы применял бы вот выстрел из пальца. Вот этот лазер, который он пуляет, он довольно мощный. Ну что, а у нас с тобой кунаичи. Вот она, собственно, персона стоит. Уровень бойцов, как ты видишь, 55-й. Пока для нас, конечно же, ничем не угрожает, но все-таки. Давай сделаем вот так вот. Намного сильнее, да? Согласись, этот удар, чем его вертушка. Ну давай, Рокзар, бомби. Тут уже 4 волны. Так, там у нас кто? Стрелозада 2. Ну и, как ты видишь, дроны. Ну давай так из базуки бомбанем. Все. Здесь Донни, Кейси. Бросим бомбочку, посмотрим, насколько она... Отлично, отлично она бомбанула. Стрелозады сразу увольнулись. У этих по половинке хп осталось. Рокзар тоже, я смотрю, по физухе не особо силен. Именно вот этот размах его когтистой лапой. Не, ребят, я ошибся. Здесь не будет этого босса, по-моему. Здесь вот так вот просто будем по крышам бегать и все. А что ж тогда там за событие-то, где босс прячется на помойке? Не помню. Ну, Эйприл Кунаичи у нас получено. Остается еще 2 поединка. И мы с тобой дойдем до Шинигами. Так, уровень уже, как мы видим, 60-й. 60-й, давай я так, наверное, сделаю. Окей. Что он там, что он делает, непонятно. Тыч. Ну, Бакстер Стокман хорош. Вот он по физухе очень даже силен. Давай влупим пулеметную дробь. Все, выкосил просто их сразу же. А здесь у нас... А эту бомбочку пускать бесполезно. Так, клинки. Отлично. Ну вот, Рокзар такой же, как и Зек, слабачок. Здесь добиваем. Ну-ка, пробежь кастетом. Да, вот Ванька, конечно, по физухе тоже очень хорош, как и Супер Шреддер. Последняя волна. Бросаем с тобой бомбочку. И после этого добиваем с помощью клинков. Все. И остается у нас последний поединок, где мы с тобой заработаем именно шинигами. Как раз тут и фармить очень даже будет хорошо. Там как раз кунаичи, два дынка и шинигами. А вот если мы сплинтера пройдем, я не помню, что там будет давать. Но там, по-моему, тоже будет шинигами и... шинигами и кунаичи. Сейчас посмотрим. Так. Окей. Тут уже 5 волн. Ну, давай сделаем так, фиг с ним. Как же ему хорошо, да, ребят? Он выпускает эти клинки, которые у него в запястьях. Руками вздергивает, и у него опять появляются клинки. Здоровские. Ванька 80 уровня просто разносит хлопцев 70-го. Я считаю, что это круто. Здесь мы не будем тратить суперудар. Как бы на этих дронах его тратить без... Вот здесь он с одного удара вырубил, не понимаю, как это работает все. Поехали. Да, зато Бакстер у нас тут что-то как-то не особо хорошо проявляет себя. Минус. И да ё-моё. Шикарно. Так, четвертая, это предпоследняя волна. Я думаю, сейчас здесь массовую атаку, наверное, сделать можно, да? Вот вызовем маузеров. Ну, почти, почти всех ушатали. Так. И последняя, заключительная волна. Шреддер, давай свои клинки. Не? Я хотел клинками, сейчас было бы круто. Всех бы тут заполосовал бы. Вот и все. Ну что, это был последний же у нас на сегодня поединок, насколько я могу понимать. Да, шинигами у нас в кармане. Ну, здесь, друзья мои, тоже можно, в принципе, пройти, так как здесь шинигами и кунаичи тоже фармится. Но стоит ли? 33 сыра.
Ну что, давай попробуем. Ага. Трындец. Так, еще две попыточки есть. 40 жетонов и... Ну вот, вот, все-таки не зря. Шинигами мы с тобой получили 2 ДНК. Остальное у нас вроде бы как и все сделано. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты.